Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами будем готовить салат. Салат узбекской кухни Диор. Для этого нам пригодится. Для этого я подготовила 4 картошки, 5 в данном случае яиц вареных уже, 100 грамм сыра, 2 огурца нам надо будет и майонез. Режем картошку соломкой. Вот такая она нам нужна. Порезали мы с вами картошку соломкой. Сейчас мы будем с вами ее обжаривать. Будем ее жарить понемножку, поэтапно. Пожарили мы с вами картошку. Она как получилась, как фри картошка. Добавим сюда по вкусу соль и перец. Будем теперь резать огурцы. Огурцы тоже мы должны порезать очень тонкими пластинами. И нам тоже нужна соломка. Вот такая вот соломочка. Мы с вами яйца мы тоже должны порезать соломкой. Натираем сыр на терке. Сейчас будем соединять все ингредиенты слоями. Сначала картошка, затем идет у нас слой огурец. Следующий слой у нас идет яйца и слой сыра. И будем покрывать его майонезом. Еще раз слой огурцов, яйца, опять сыр. И покрываем этот слой майонезом. Вот такой вот салат у нас получился. Украсили мы его по своему вкусу. Готовьте, радуйте своих близких, родных. Будьте здоровы. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Ставьте лайки. До свидания, до новых встреч.